Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Майнкрафт. Вот, у меня тут лестница появилась уже, как видите. Сейчас мы тут немножко будем тормозить. Так, я тут, кстати, решил еще сделать, ну, продолжить окно, ну вот, как и здесь сделать, да? Для этого нам что нужно? Для этого нам нужно достать один шматок песка. Так, где я там песок копал? Ля, смотрите, зубатка какая плавает, блин. Страшная. Вот это я возьму. Кстати, я тут вообще, ну, хотел сказать, давно не рыбачил. Вообще не рыбачил ни разу в игре. Надо будет как-нибудь попробовать. Короче, смотрите, начинаем серию. С чего? С окна. Так, закрываемся, мало ли стемнеет. Пока мы тут это все делать будем. Вот, где там у меня топорик? Топориком мы сейчас сделаем вот так. Подобрали, хорошо. Все, стеклышко у нас есть. Ставим. Все, теперь смотрите, теперь вот прям видно все. Надо было сразу так делать. Да, ну и как раз у нас заход солнца. Да, как видите, у нас уже эта самая коробка постепенно превращается в более крутую коробку. Я даже не знаю, сегодня что я буду делать. Может быть, я себе реально хотя бы намечу, как я вот эту коробочку буду. Хотя это же у меня же будет сейчас эта самая коробка. О, кстати, вот этот трек, который вы сейчас будете слышать, хотя не знаю, авторские права на нее прилетят или не прилетят. Короче, если вы ее сейчас слышите, это один из моих любимых треков. Я сейчас не вспомню, что это за трек, но если что, может быть, этот трек у меня будет ВКонтакте. Вот это при условии, если вы его сейчас слышите. Вот. Короче, как я буду... Хотя, с другой стороны, пускай у меня будет и тут и коробкой. Правильно? Правильно. Ну, единственное, только я, может быть, чисто внешне, снаружи, как-то его украшу. Его, говорю, коробку, в смысле. Так, ну, сейчас я сделаю хотя бы вот здесь вот. Типа будет второй этаж небольшой. Вот такой вот. Блин, на самом деле... Ну, опять же, напоминаю. Слушаю я канал Крелес. Вот. Ай-яй-яй-яй, тихо, куда я? Вот, я об этом говорил. Я не помню, если ссылки не оставляю, буду оставлять, конечно же.
Ну вот, просто очень приятно слышать треки, которые тебе очень нравятся. Это ж приятно, приятно. Правильно, правильно. Так, допустим, если здесь крыша будет. Тихо, не падай, не падай. Вот. Тихо, тихо. Вот, отлично. Вот, короче, обустраиваю свою коробочку. Возможно, пока что я сюда, наверное, перенесу. Как я? Кровать. Да, чтобы я мог на первом этаже. Все обустроить. Так, здесь получается что? Здесь пока что вот так вот будет. Вот так. И вот так. Так, а вот сюда, наверное. Хотя можно. Пока что реально все это заставить стеной. Потому что я же не знаю, что тут как будет, да? Вот. А окна я всегда успею сделать. Правильно, правильно. Вот, так что пока что заставляем все это вот таким вот образом. Это же второй этаж, у меня же тут все равно тоже будет. Ну, такой. Для дела. Вот, но пока что временно это у меня будет жилая комната. Так, так, это мы срубим нафиг. Все, окей. Все очень здорово. Вот так вот делаем. Кровать, где кровать? Рубим кровать. Все, отлично. Здесь что делаем? Тоже рубим. Делаем, значит, здесь. Четыре этих самых. Сундука. Вот как раз 8 штук нам вполне будет достаточно. Вот, теперь вот так вот вставляем. Все. Здесь у нас есть. Все, все обустроил так, как хотел. Теперь здесь... Куда? Вот сюда вставим кровать. Ну все, отлично. Короче, я не знаю, что тут я буду делать. Ну, наверное, тоже как какой-нибудь склад. Тоже наделаю всяких. Ну, тут верстак поставлю. Кстати, тут тоже верстак поставлю. Надо. А что я спустился-то? Вот, да. Сделаю верстак. Чтобы лишний раз не спускаться туда вниз.
Ну все. Только давайте сейчас попробую. Да. Вот здесь вот дверку сделаю. Так, а здесь? Ага, ясно. Ладно, здесь тогда я попробую. Вот здесь вот я просто хочу сделать какую-нибудь... Ну, что-нибудь такое красивенькое сделать, чтобы... Ну, чтобы было. Так, подождите, тут я хочу еще одну лестницу вот так вот сделать. Вот так. Окей. А что дальше хочу? Что хочу дальше? Деревянные ступени хочу, да? Сделать. Так, смотрим. 16 ступеней здесь у меня, да, получается. Значит, ну, я типа крышу буду делать, да? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А в смысле, почему я здесь хочу? Окей, возможно... Хотя, пофигу, я тут окна делать не буду. Да? Раз уж на то пошло. Ну а чё, зачем на складе окна, типа? Правильно, правильно. О, вот так вот можно. Только вот я не понимаю, зачем ты сделался вот так вот, да, уголком? Ай, упал. Бывает. Ну-ка, я вот отсюда... Нет, отсюда я не смогу. Это будет не очень. Да, от начала серии у нас... Получается немножко строительное. Строительное начало серии. Так, все. Идем. Уснули вместе с топором. Ну что, правильно? Respawn point set. Короче, перезагрузилась у нас точка респауна. Пишут. Блин. Да. Может быть, я сделаю вот так, допустим. Нет, а зачем я это сделал? Я не понимаю. Так, ладно, хорошо. Вот это вот мы сделали. Теперь вот с этим надо что-то делать, да?
Хотя, да, давайте вот здесь вот тоже вот так вот сделаем. Так, а тут сколько нам надо? Две... Нет, три штуки. Да, четыре штуки у нас получилось, но... Ну да, блин. Вот здесь вот как раз четвертую штуку поставлю, когда я все закончу. Вот здесь делать... Так, надо теперь думать, что вот там со стеной делать нужно. Ну, чтобы это не казалось прям вот этой самой короткой. Можно, кстати... может быть, тут как-нибудь сделать крышу такую, знаете, угловую? Зачем я это сделал? Я не знаю. Я хотел не то поставить. Ну, я не знаю, как правильно эта крыша называется. Если кто-то здесь есть из строителей... Можете написать, как такая крыша называется. Ох, я не знаю, как я туда залезать буду. Я, конечно, строитель такой себе, но надо же учиться строить. У меня же есть желание сделать сервер по Майнкрафту, а я строить не умею. Вот здесь вот надо. Поставить 4 штуки. Ну-ка, если вот. Ладно. Фиг с ним. Чуть-чуть не хватило. Ну-ка. О, упал прям правильно. Так, я думаю, 8 штук нам будет достаточно. Если нет, то придется спускаться опять сюда. О, самое главное, что я сюда забраться смог. Не, кажется, что нам не хватит 8. Или хватит? Еще 4 штуки нам надо. Ай, не туда упал, шлепнулся. Ну ничего, сейчас мы поедим хлеба. Как после падения
восстановиться. Вот ты упал со второго этажа. Просто вот берешь булку хлеба, батон целый. А чё, я в смысле? Короче, берешь батон целый, батон хлеба, ешь его, и все, и восстанавливаешься. Если что, это я шутка, юмора такая, да, и так делать не надо, проверяется тоже. А то мало ли попробуйте, попробуйте, скажите, не, фигня, все не работает. О, слушай. О, отлично, все, смотрите. Короче, вот такая вот крыша, как называется? Ну все, теперь осталось только... вот здесь вот что-нибудь такое сделать. А, с другой стороны, я знаю, что можно сделать. Ну, чисто вот... Вот так. А вот здесь тогда... вот здесь тогда мне придется, знаете, что сделать? Ради прикола. Чтобы это все интереснее смотрелось. Так, подбираю, да? Подбираю. Так, мне теперь надо бежать за деревом. Нет, не сюда, тоже не сюда, вот сюда. Смотри, да? Вот так. И смотри, что я сейчас буду делать. Вот так. Сейчас тихо. Спац. Ить. С чем мы только не спали. Но с бревнами пока нет.
Так, вообще пофигу, что у нас бревно будет... О, пол будет в виде бревна. Вообще пофигу. Теперь с той стороны надо выйти и... Вот так вот сделать. Хотя, с другой стороны, я даже не знаю. Вот это вот, наверное, все-таки отрублю. Ну, типа, лишнее, да? Вот, уже как бы немножко интереснее выглядит. Вот. И с другой стороны, можно было бы сделать еще вот так вот. Сделать то же самое, только вот в другую сторону, вот так вот. Вот так, и что вот тут одна штука торчала. И вот теперь вот с этой стороны тоже. Значит, вот здесь. Вот так. Вот здесь вот, значит, вот так. Вот здесь вот так вот. Ну, типа тут на балках. Да? А, вот здесь вот забыл поставить. Вот, вот так вот. Ну что, прикольно. Вот здесь вот тогда я что сделаю? Не знаю, смогу ли я туда залезть с крыши? Попробуем. А, слушайте, у меня же тут отвал лестницы случился. Все. Так, что у меня тут? Вот, да, надо было осторожней туда лезть. Ой, я даже не знаю, сколько тут понадобится. Но если что, сделаю на всякий случай еще. Так, где? Вот сюда нам надо пройти. Вот. И вот здесь. У нас вот так. Так. Вниз там штука... одни ступеньки упали. Мы их подберем. Ничего страшного. Да что такое, блин? Да что такое? Вот. Вот. А ты прикалываешься? Куда мне? Так, осторожно. Ставим. Есть. Отлично. Так, возвращаемся обратно. Вот это вот рубим.
А, ну хотя теперь смотри. Теперь вот это вот можно чуть-чуть срубить. Где доски у меня? Блин, это не доска. Я почти весь этот самый топор себе потратил. Вот. Вот так вот теперь ставим. Теперь вот здесь вот сейчас я поправлю. Все здесь я, значит, поправляю. Как раз три штуки осталось, смотри. Раз, два. Блин, и все эти две штуки оставшиеся поставил не так, как надо. Так, где ты? Ты задолбал, слышишь? Я топор из-за тебя просрал, блин. Вот. Все. Зашибись. Так, вот это вот мы, наверное, вот эту лестницу мы, наверное, уже уберем. Так, смотрим со стороны, как это выглядит. Не, выглядит нормально, по-моему. Правда, теперь вот здесь вот можно сделать вот такую вот балку. Да. Так, у меня тут... Ну, вроде как есть дерево на... Все вот эти вот балки. Я 33 минуты, полчаса я уже парюсь с постройкой, вы прикиньте. Так, что здесь у нас? Вот с этой штукой надо что-то делать реально. Здесь у нас что? Здесь у нас будет... Давайте вот так вот сделаю. Вот здесь вот тоже вот так вот. Так, мне бы... Так, подождите, давайте я выйду. Так, мне интересно, как тут можно делать всякие решетки деревянные. Сейчас я все это сделаю. Лодку могу сделать. Так, это где это ворота? Предлагают мне эти самые сделать. Ну только вот это вот могу сделать, наверное.
Пускай будет 12 штук. Ну вот если так только. Чисто по приколу. Как оно будет выглядеть? А, ну смотрите, можно, знаете, как сделать? Давайте. Ляжем спать. Можно же сама вот здесь вот прорубить у нас крышу. Вот, прикиньте, даже так можно, да? Реально. Ну и, короче, вот так вот сделать. Вот так. И вот так. Да, можно попробовать еще раз так, такие же штуки сделать. Так, как там? Получилось. Вот, отлично. Тогда я еще хочу вот здесь вот. Ну, чисто вот так вот сделать. Раз, раз. Да? Ну, пускай, ладно, вот так вот будет. Вот так. Хотя, хотя чё, зачем? Зачем я вот так вот? Это же не особо интересно. Да, ну ладно, короче, я сейчас задумался, поэтому молчал. Пускай будет так. Пускай. Так, две штуки так оставим. Четыре ступеньки. Ага. Так, ну вот. А, ну вот так вот можно, да, все. Вот так. Вот так. Не, ну можно, конечно, теперь попробовать сделать. Вот так. Правда, я не знаю, как тогда получится. Тихо. А, вот так вот еще можно, смотри. Ну тогда другое дело. Так делаем. Эть. Нет, стоп, вот так вот лучше я сделаю, чтобы не
Нет, сама, не прыгать каждый раз. Так, это я потом тоже срублю. Это типа строительные леса у меня тут, да? Так. И вот здесь вот теперь... Ой-ой-ой, мне ж надо теперь еще сделать... Нет, это ворота. Это делается наоборот. Так. А, о, смотрите, я же вот так вот могу сделать. Нормально, запрыгнул. Там ничего. Ну, хотя нет, там есть одна доска. Вот она. Так. Я будем считать, что... А, нет, я ее не подобрал, блин. А, вон она. А, я все подобрал. Хорошо. Блин. Все. Все я здесь сделал так, как хотел сделать. Все подобрал, значит, все, значит, со... Сделал. Смотрим, как это выглядит. Ну, нормально. Хотя, зачем я это сделал? А может, и не зачем, может, нормально? А, не, все нормально. Так-то. Вот здесь у меня будут стоять эти самые. Да? Все, окей, смотрите, 44 минуты я, ой-ой-ой, я потратил на то, чтобы нормально сделать, чтобы коробку превратить не в коробку. И то, по-моему, я это сделал не до конца. Ну, возможно, я это все буду дорабатывать, потому что мне вот здесь вот эта стена не нравится, да? А, я же где-то еще хотел сделать... Вот здесь. Вот, давайте, короче, вот эта вот серия будет не на час. Чисто... Серия будет о том, как я коробку превращаю не в коробку. Вот, отлично, смотрите, теперь вот эти три штуки торчат. Это очень классно. Теперь здесь можно реально что-нибудь сделать такое, да? Я думаю. Вот, но на самом деле я, так как это коробка,
у меня. Возможно, я ничего тут больше делать не буду. Ну, я же тут жить не буду, правильно? Вот, просто буду... You can sleep only night. Короче, ладно. Эту серию я, значит, закончу под дождем. Вот, вот как теперь у меня выглядит дом. Конечно, возможно, не очень. И, по-моему, я все-таки спать под открытым дождем не могу, да? А я не понял, это закат или рассвет? Непонятно. На закат похоже. Давайте попробую поспать. Потому что, возможно, я зря сделал вот эти вот решетки. Хотел красиво. А, нет, все-таки я могу спать. Все. Отмена паники. Так, а что? Дождь прошел? Отлично, и дождь прошел. Все здорово, смотрите, вот. Вот как у меня теперь выглядит вот эта вот коробка, в которой я... Вот эту часть мне вообще не нравится, что-то с ней делать надо. А может, я ничего не буду делать? Короче, вот, все, я на самом деле чисто внешне больше делать ничего не... Хотя, может быть, и буду. Посмотрим, короче. Вот, серия, в которой я себе... Это у меня, короче, склад. Я себе отстроил склад. Вот такой вот понтовый. Как будто, знаете, не до конца постарался доделать... Все вот эти вот мелочи. Ну а что делать? Склад на то и склад, чтобы он не должен быть красивым, как дом. Вот. Короче, да, такая вот серия строительная у нас получилась сегодня. Ничего интересного больше не произошло сегодня. Вот. Ну, теперь я думаю, что можно будет где-нибудь реально отстроить дом хороший. Вот, на этом все. Это была игра Minecraft. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. С вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Thank you.